Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас? Как обычно, утренний обзорчик. Сейчас побегаем, посмотрим, что интересного. Я уже некоторые интересные плюшки нашел. Но по пакам. Такое, знаете. Ничего такого сверхъестественного нету. Ну, Зефир, Барт. Лис, по сути, за десятку, да. Добавили вот на английском новый пак. Не знаю, к чему он такой добавлен был, но pre-anniversary pack. Не знаю, это скорее всего как для новичков, типа за 2 бакса мега скидка, не знаю. Новый вид паков добавили на Тайване, или на Немке, по-моему. Есть основной вот такой вот рынок и есть дополнительно еще. Ну, такое себе. Больше такого ничего интересного пока я не увидел. Аккумуляции опять же тоже нет. Так, купон спиннер я забрал. Точнее получил вчера шоппинг спри. Тоже, кстати, новый шоппинг спри. Насколько я помню, как видите, уже продают целого Зефира, целую Мэри, ну, осколки вот тоже, знаете, Матрона, да, там, Киндер Матрона. 100 осколков, то есть она получается, ну, по идее, если так разобраться, должна быть в 2 раза круче, чем Зефир. Ну, вот логики, вообще я не понимаю. Это, блядь, только у нас такое есть. В общем, поехали дальше. Что тут еще интересного есть? Ну, камешки, такое все. В принципе, это все. Так. Здесь я плюшки забрал. Завтра уже заберу последнюю награду. И тогда смогу пооткрывать все. Ну, я пыльцу забрал, чтобы на следующий шарик была. Больше вроде ничего такого здесь нет. Все то же самое. Затрату сундучки, но тут ничего интересного нет. Трата на русском даже лучше. Также вот таких вот 19 сумок, ну, за 150 монеток, 15 таких, ну, камешки 30 штук, 1500 титула, такое себе. Чтобы прям мега вау, я бы тоже не сказал. Такс. Какой-то странный этот банки. Не помню, чтобы такие были. Может, их поменяли уже давно. Также есть сегодня коллекционер. Ну, коллекционер, не знаю. Был получше. Там, где синяя зелень была, из-за них можно было получить. И там, ну, я думаю, на следующей неделе это поменяется. Тут у нас ничего не изменилось. Мы собирали в прошлый раз. Очень хреново падают слизни, ну просто нереально хреново. Так, Мисс Магия — это единственный герой, который у меня еще не дособран. Я думаю, мы скоро ее дособираем. Там у нас 120. Нифига себе, ну это просто, это просто утро удалось. Паладинище нам просто падает с бесплатки. Самая имбатая имба. Так, поехали дальше. А, кстати, можете какие-то плюхи получу. Что тут у нас? Что тут у нас валяется? Скрейшн машин. Ну, остров пропал. Надо пыльцо купить хотя бы 1003-4. Так, поехали дальше. Поехали на немочку. Увидите офигеннейший видос сегодня на немке. Как я получил еще одну офигенную имбу. Просто тупо кайф. Вот чем мне нравится немка, то что здесь реально ты играешь и получаешь офигеннейшие плюхи. Так, тут у нас ничего интересного. Дерево. Фонтанчик. Ну, хоть молотки получу. Хоть что-то. Вот, посмотрите, питомцы дают. Вот реально, вот чем кайф. Посмотрите внимательно на вот эти вот плюхи. Календарь за вход на немке реально очень офигенный. Он меняется. Ну, видно, что они хотя бы стараются, хоть что-то делают.
потому что на других серваках реально печаль. Оу, ну вот о чем я говорил. Халява, ребят, халява просто. Сундуки, все виды, офигеть. Ну вот это кайф. Нормально, забрали по 6 сундуков, а чё нет? Коробочка, 10 этих. Отлично, 5 слизней. Вот это кайф. 150, 10. За один самоцвет. Пакт. Круто. Реально круто. Так, это я вчера добегал. За пределы. Так, что там у меня? 100. Сколько у меня там уже этой подружки? 157. Неплохо. По чуть-чуть собираем. Так, окей, поехали дальше. Поехали, чекнем еще, что у нас на русском интересного сегодня есть. Может, что-то завезли. Так, русский сервер. Трать с выгодой. Базар, сфера, рулетка. Донатная. Магическая рулетка. Вот есть на русском наконец-таки. Магическая запустилась. Вот такие плюшки. О май гад. 5. Точнее 3 сундука 5 левела. Это жестко. Блин, а фонариков на немке нету. Авиара, коллекционер. Вообще ни о чем. Но осколки барды-то собирать как вариант. 15 слизней. Остальное все фигня. Ой, фонтанчик с огником. Ну ничего себе. Еще X2. Просто бомба-ракета. Не, ну это круто для тех, кто собирал. Хоть какой-то шанс его дособирать есть. Это реально плюс. Трать с выгодой. Ну, такое себе, 50 за 100к, 50 пыльцы. Ну, вот до 50к дойти, в принципе, еще слизни получить в сундуке. Ну, более-менее трата. И то, временные акции. Тоже, смотрите, скидки какие. В общем, такое вот. Ничего, ну, в принципе, тоже дофигища интересных тем. Трата, не знаю, 50к, но это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем то, что было. Сумки питомцев, снеки, хоть, правда, сундуки могли бы 5-е, 6-е, 1-е, 2-е, ну, это просто ни о чем, честно говоря. Сменки здесь, 8-е эмблемы, могли бы хотя бы 9-ки, 10-ки поставить, все-таки как-никак 100к. Ну, здесь понятно, здесь, в принципе, что у нас получается, 6 баксов. 6-7 баксов стоит Огник, Мэри, ну, относительно нормально. Так, что там у нас, плюшки есть какие-то, сейчас заберем. Места не хватает, как обычно, короче. У вас недостаточно места на складе. Все, как обычно, все очень печально. Так. Открываем что-то. Ну, хоть знаете, сейчас нету проблем с кулаками. Кулаков в игре немерено просто. Так, нормально. И тут у нас чик, коронька. Это я уже даже не помню, где их достал эти. Тоже с какой-то, короче, акции. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.